Друзья, всем привет, с вами Керастра, и я рад вас видеть на нашем YouTube-канале. Сегодня в нашем новом видеоролике мы с вами вернемся к истории появления игры Fortnite, поэтому обязательно присаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки и хочу вам пожелать всем приятного просмотра. Погнали! История появления игры Fortnite. Fortnite – одна из самых популярных многопользовательских онлайн-игр в мире. Она была разработана и выпущена компанией Epic Games и впервые появилась на рынке в июле 2017 года. Однако история ее появления началась гораздо раньше. Идея создания Fortnite пришла к разработчикам еще в 2011 году. На тот момент Epic Games работал над проектом под названием Save the World, где игрокам предстояло строить укрепленные базы и отражать атаки зомби. Однако в ходе разработки проекта стало ясно, что он не будет иметь большой успех. В это же время на игровом рынке начал набирать популярность жанр Battle Royale. Образец для таких игр был взят из фильма «Битва королей», где группа людей сражалась на огромном острове до последнего выжившего. Этот жанр был очень привлекателен для игроков, так как он предлагал не только возможность сражаться, но и строить и захватывать объекты. Ключевым моментом для Fortnite стало приобретение компании Epic Games студии People Can Fly, которая специализировалась на разработке шутеров. Именно с их помощью был разработан режим Battle Royale для Fortnite. Fortnite Battle Royale была выпущена в сентябре 2017 года как отдельная игра. Игроки были высажены на огромном острове, где они должны были сражаться друг с другом до последнего выжившего. Однако, в отличие от других игр, в жанре Battle Royale Fortnite предлагала возможность строить различные постройки, что добавляло еще больше разнообразия в геймплей. Fortnite быстро стала популярной игрой, привлекая миллионы игроков со всего мира. Ее успех объясняется не только уникальным геймплеем, но и активной поддержкой со стороны разработчиков. Они постоянно добавляют новые обновления, предлагают события и сезонные боевые пропуски, что позволяет игрокам всегда оставаться заинтересованными. Fortnite также стала известна своими коллаборациями со знаменитостями и брендами. В игре появились скины и предметы, связанные с фильмами, музыкой и спортом, что добавило еще больше разнообразия и привлекательности. Выводя на рынок игру Fortnite, разработчики Epic Games добились грандиозного успеха. Игра стала настоящим культурным явлением, собирая огромную аудиторию игроков и став символом игровой культуры. В настоящее время Fortnite продолжает покорять новые высоты и оставаться одной из самых популярных онлайн-игр в мире. Ну а вам большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.